Идем. Что это? Идем же, идем. Колдуют. Андрей! Андрей! Куда ты? Гляжу, вроде как гад черный таит. Да вы что ты им этим божьим угодником? Да вы что? Дай, надо! Пустить. А вот с утра пора не отпустим. Только наперед камешек подвесим, чтоб способнее где было к месту. А ну-ка, куда? Да нет, уважу. Падет огонь с неба, всех вас покалит. Дождетесь вы страшного суда. Держи. А вот сейчас тебе к этой крестовине-то и пристроим, да? На вроде Иисуса Христа, а? Да вы что? Мужики. Погоди. Мужики, да нельзя мне так. Погоди. Ну что вы, грех это. Ну хоть ногами кверху вяжите. Мужики. Братцы. А? Пошли. Пусть повисит. Ну вот. Пусть себе так и ночует, когда не вознесется. Никуда не денется. А ты чё голова вниз просился? Совсем худо было бы. И нас зачем ругал, огнем грозил пожечь? Так ведь грех это так вот ногими-то бегать, творить там всякое грех. Какой же грех? Сегодня такая ночь, все любить должны. Разве любовь грех? Какая ж любовь, когда вот так хватает да вяжет. А то как же. Вдруг дружину наведешь, монах. Насильно к своей вере приводить будет. Думаешь, легко вот так в страхе жить. А вот и страх кругом, потому что либо совсем без любви, либо срамная надо скотская, на плоть без души. А любовь братская должна быть. Они все едины. Любовь же. Что ты...
развяжите меня.